деревня, где скучал Евгений Глад. Леонид, мы приветствуем вас на Амурской осени, приветствуем в Благовещенске. Расскажите, пожалуйста, о том, какой спектакль вы привезли, какая ваша роль в этом спектакле и немножечко о нем и о постановщике. Привезли Евгения Онегина, я играю молодого Онегина. Алексей Геннадьевич играет Онегина в возрасте. И постановщик Римас Туминас. Отлично. Ну, естественно, у каждого постановщика есть свои фишки, есть свое видение. Какое видение у этого режиссера? Здесь очень много, большую роль играет сценография, на мой взгляд, подача стихотворного текста, темпа ритма, но в первую очередь, ну и это вместе как резонирует со сценографией, потому что есть некая рифма именно в самой структуре сцены, она заложена, то есть это зеркало и его отражение. Глубины сцены, и даже иногда при хорошем освещении, при более ярком освещении артистов вдалеке видно немножко зрителя. То есть это такая, как бы, такой есть в этом игра в игре, такой перевертыш какой-то, который очень как бы раскрывает смысл по-новому. То есть это и повторение чего-то в жизни человека, и как второй шанс, или как что-то упущенное, что нельзя, как, знаете, как попытка вернуть времена, какое-то время, да, которое мы упустили, да, и сожаление о нем, потому что первое, с чего начинается произведение, да, и наш спектакль — это сожаление человека о том, что кто жил и думал, тот не может, да, не презирать людей, и вот это воспоминание идет с таким ощущением горечи и какого-то какой-то жалости к ушедшим годам, понимаете. Каково это играть с такими артистами на одной сцене? Почетно. Они делятся какими-то своими уроками, помогают вам вжиться, или вы, у вас собственное видение, и вам не нужны ничьи рекомендации? Ну, собственно, и не безусловно, но тем не менее, я всегда очень благодарен, когда Алексей Геннадьевич дает какие-то советы, и я... Какая-то обратная связь всегда. Он в этом смысле очень отзывчивый партнер и чуткий такой человек. И это важно, на самом деле. Это важно, потому что я тоже не сразу вошел в спектакль. Я не выпускал его, я вошел в него через 6 лет уже после премьеры. Так получилось, что Римас предложил мне войти, ну, как, взять второй состав. И вот мы с Виктором Добронравовым играем в этом в очереди. Это. И, ну, это здорово, да, это здорово. А вы впервые в Благовещенске? Нет, я второй раз уже. Я уже был. Замечательно. И как? Ну, как без этого вопроса, да? Как вам город и какие у вас любимые места? Вы знаете, я не знаю, каждый раз, как отвечать на это. За 2 дня ничего невозможно успеть. Здесь не получилось, потому что только-только вот вошел в какой-то ритм. Колоссальная занятость, наверное. Нет, в том смысле, что это биологические часы, перестройка, разница 6 часов. Вот, и вот я проснулся буквально там 2 часа назад, а уже сейчас играть спектакль, понимаете? Ну, мы желаем вам успехов, желаем вам удачи и отыграть эти спектакли на самом высоком уровне. Да, спасибо. Спасибо большое.